Спасать жизни – его призвание. Альберт Ксалов уже 7 лет, рискуя жизнью, тушит пожары и помогает людям. Любовь к этой профессии у него с детства. Будучи школьником, он часто бегал вокруг пожарной части родного аула. Наблюдал, как бесстрашные парни борются с пламенем и выручают тех, кто попал в беду. Тогда он и решил, что в будущем обязательно спасет не один десяток жизней. Мечта стала целью, к которой Альберт стремился, несмотря на все препятствия. Надо привыкнуть и не бояться, самое главное, ну, как бы преодолеть страх перед, ну, чем угодно, все. Храбрость и упорство, по мнению Альберта, именно этими качествами должен обладать каждый спасатель. Еще будучи стажером, он участвовал в тушении пожара в южной части Черкесска, горел СТО. И, конечно, молодого спасателя не отправили в эпицентр возгорания, но он всячески помогал своим старшим коллегам. Спустя какое-то время Альберт Ксалов добился блестящих результатов по службе, и вот он уже старший сержант. Принимал участие во многих спецзаданиях, помогал восстанавливать мост на реке Пшиш, ликвидировал лесные пожары, выезжал на тушение в Ростовскую область и Ставропольский край. Предугадать, где случится следующий пожар, невозможно. Каждый день пожарный находится в ожидании вызова, готовые в любой момент помчаться на помощь. Пожарно-спасательная служба. Адрес назовите. Горит что? Номер телефона. Фамилия. Принято. Когда диспетчер дает сигнал, группа должна за 45 секунд одеть огнезащитные костюмы, завести машину и выехать за ворота. Скорость тут очень важна, на счету каждая секунда. В нашей республике есть особая аэромобильная группа пожарных, которая в случае ЧС может выезжать даже за пределы России. В эту группу входят 30 человек, включая старшего сержанта Ксалова. Ксалов Альберт является одним из тех людей, которые выезжают за территорию республики, оказывают помощь не только на территории Российской Федерации, но и за рубежом. Пока у нас таких выездов и, дай бог, не будет, ну вот такие вот у нас вот и есть функции. Профессия пожарного трудна и опасна. Она требует мужества и готовности к самопожертвованию. В этом и есть вся суть работы спасателей. Ислам Джукаев, Заурлиев, Архыз 24.